Старый вояка Буденовец Рабинович приводит к врачу молодого хромающего парня. «Доктор, помогите моему зятю. Я вчера прострелил ему ногу». «Что же это за дело, я извиняюсь, стрелять своего собственного зятя? Когда я в него стрелял, он еще не хотел быть моим зятем». «Ну как, Цеперович, вы довольны своей новой собакой?» «Вы знаете, очень, очень. Каждое утро она приносит мне свежую газету». «Подумаешь, так делают многие собаки». «Возможно, но у меня другая ситуация. Я вообще не выписываю газет. Я на них не подписываюсь». Представьте себе, Циля Марковна, вы идете по Дерибасовской, и вдруг начинают стрелять. Что вы будете делать? А что я должна делать? Как? Вам не объясняли? Надо сразу же лечь. Боже мой, новое дело. Неужели в наше время в Одессе, чтобы заставить женщину лечь, надо обязательно стрелять?